большие вложения в Олимпиаду 2014 года полностью оправданы и оправдываются. Это, во-первых, новое отношение к нашему югу, к нашему городу Сочи, где люди могут отдыхать и не ездить в другие страны, такие как, скажем, Египет или Турция. Это подъем новых технологий, которые происходят там. Это возможность отдыхать у себя в стране, уезжая на юг, получая и солнце, и море, и в то же время все блага, которые предлагает в Европе. Я думаю, что против тех, кто не получил возможность быть Олимпиадой и не получил возможность быть Олимпийской столицей, они, конечно, будут говорить и делать все, чтобы ее опорочить и создать вокруг этого негатив. Мы должны ее провести, то, что правительство и то, что мы огромными трудами добились того, что Россия или Сочи будет столицей Олимпиады зимних 2014 года, это очень большой плюс для нас. И все, что происходит, это только положительный результат для Сочи, а значит, для всей страны.